сразу при выходе из вокзала стоит автобус, я думал, как тебя звать. Он прям сказал рядом с ЖДшкой. Короче, я так понимаю. Автобус полупустой, да, приезд бесплатно. Где-то рядом. Google карты открывайте. Может, так, наверное, 8 минут сюда выезжаем. Автобус куда привозит их и пройти 800 метров 10 минут. Как раз из автобуса, когда выходите, направо и прямо, 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 прямо. Здесь такая набережная красивая. Интересно. Подосю вообще мы дошли. Это было сильно. Путешественники, да? Мы пешочком, либо на лифте, да, третью платформу. Чики-станция, там народу. Ну, мы последний спирт вышли, поэтому там ноль, а так? Приехал двухэтажный поезд, прикольно. Но совсем нет места для магазина, типа, как электричка двухэтажная. Едем. Не все успели. Я нормально, он пристроился. Воды хочу только. Воды принеси, пожалуйста. Воды хочу? Ага. Жестко, жестко. А, ну, такой же у нас. Три металя, хри металя. Чивитайки. Чао, Италия. Совсем скоро. Лимончелло. Развалины. Римские развалины. Не знаю, поснимали вокзал, но в общем мы уже на вокзале. Вышли из этого гигантского вокзала. Он очень большой, поэтому весь год надо поехать заранее приезжать. Могу только вертикалочку сделать пока что. Очень грязный вокзал, очень просто срач, нереальный. Вокзал красивый. Да, вот этот отель. Мы дошли до нашего отеля, но дорога просто адовая. Сейчас все подниму, не надо. Ну как тебе отельчик? Нравится. Нормально? Ну он симпатичный такой. Красивый. Такой внутри красивый. Сейчас копию сделать, сказал. Делюксом у нас. Самый уставший. Все чемоданы тащил. Элеватор на второй этаж дали. Банкомат. Он просто большой. О, фига он такой диагональный какой-то. Второй этаж. Блин, тут ковер неудобно катить. Вот наш номер. Быстро делаем блогер обзор и идем кушать. Да, давай, бросай чемоданы до этой. Так. А и так все горит. Ого, нифига такой большой. А уже не горит. Ладно. Ванна прям быстро показываю. Ванна большая. Косметика есть. Ванна супер большая, кстати. Еще побриться здесь. Сейф, шкафчики. Шкафчик здесь. Не, это просто какой-то отсек. Технический. Полочки, полочки, подушечки, вешалки. Вот такой номер. Ну, номер прикольный. Единственное, они рассалу не расстелили. Вид на улицу куда-то. Угу. Ну да, надо, короче, сказать, чтобы они подготовили. И рассалу там. Руфтоп, ресторан и бар. Боже, как они плохо работают. Она подошла, говорит, у вас есть резервейшн? Чеки. В ресторане вообще никого нету. Она спрашивает, есть ли резервация. Ушел куда-то на 3 часа. Настолько как бы контрастирует. Руфтоп пришли остаться, но здесь сразу так полтора дороже, чем в соседних местах. Такой вид.
Авито. Хрень. В Испании было поинтереснее, мне кажется, тоже прикольно. Не, на самом деле чуть посидели, место очень хорошо, такой декорированный, приятный вид. На сам руфтоп на соседние отели. Внизу улица достаточно такая невзрачная, грязненькая, но если смотреть только по верхушкам, то прикольно. Я прям еду все не буду снимать, но в общем аппетитайзер приносит потихоньку. Ждем блюда. Yes, I bring for you. Пицца. Очень удобно, что порезали уже. Слушай, ну порция гигантская. По сегодня на дороге мы ели, там 4 евро дешевле было, он там, блин, извините меня. Погнали? Чао, ой, лифт, ой. Да, он в форме соты сделан, как пчелиный улей. Вот чуть-чуть прогуляться. Ну, засрано, конечно, капитально. Завтра подальше от вокзала отойдем. Там, надеюсь, лучше. Да, тут кто перебежал, тот и выжил. Рим, день 2. Идем найти, где покушать завтрак. В отеле до 10 хотели поспать. Но тут срач невероятный, конечно. Надеюсь, что это только здесь. Город очень грязный, просто мусор, на каждом шагу лежит. Охренеть. Ну что это такое вообще? Ну, срач на сраче. Достопримечательность номер один. Базилика Мария, Санта Мария Маджора, как-то так вроде. Гуляем пока что, ищу где покушать. Это такой аттракцион квест, найти где пожрать. 37 градусов, ну да, обещали. Чувствуется жарко. И снова идем мимо этой точки. Это, да, это Санта Мария Маджора. Первая на нашем маршруте достопримечательности. На улице реально 37 градусов, жарит очень жестко. Самое время погулять, пойти по достопримечательностям. Да, я возьму, да, нормально. Это одна из каких-то четырех главных базилик в Риме. Господь, иначе будет очень гневный, что ты. Главное, на гиф это не распространяется. На плечи, не дай бог. Следующая комната, написано «Сада Нису», тише.
Мой мнение перешло. Это все такое слепить, поставить, отстроить. Очень сильно дорого и трудозатратно. Это буквально две комнаты еще остается. В это нельзя заходить. Ну, заходить можно, в смысле, нельзя фото-видео делать. Сита. Ну, тут такое движение, вот сам не пойдешь, они тебе не уступят, нихера, надо понаглее быть. Идем к фонтану. Такой удивительный контраст, и красиво все. И срач такой невероятный. Очень много мусора, очень. Курил, что ли? Кучки такие. Качали. Виа Милано. Мы повернули. Здесь такой просто жилой дом, я вообще не знал. Такой подъезд. Сейчас зайду гляну. Ой, как тут прохладно, кайф. Ладно, дальше не пойду. Да, офисная такая часть. Идем дальше. Очень хотел с этого посмотреть. Блин, тут никуда не глянь, везде кайф. Супер все. Сука, они так ездят, конечно, очень опасно. Они какие-то развалины, да. Честно говоря, не понимаю, они там билеты продают, так и так видно бесплатно отсюда все. Они там, знаешь, продают экскурсию. Я видела, где-то люди там платят. А, внутри? Ну, наверное, да. Ну, я вижу, здесь он снизу тикет офис он у них. Не знаю, меня отсюда все видно. Бесплатно. Вход там, да, слева. Ага.
Ну да, наверное, вот так вот туда пройти, потом туда вот, в ту часть. А, там Колизей уже. Ну, Колизей, ладно, мы завтра пойдем. Колизей мы не пойдем, да. У нас Колизей послезавтра, полноценный. Да, да. А тут кроме газона ничего не будет видно, на самом деле. А, окей. Дворец немножко на реставрации. Дворец, да, наверняка. Тут сюда можно зайти спокойно. Так что можно через забор не фотографировать, зайти. Мы подходим к фонтану Треви. Честно говоря, так и не понял, чем так примечательно. Великолепие, монетки, легенда и еще, что он из какого-то источника получает воду. Министр. Мы налево еще и пришли к фонтану. О, вот он. Можете доставать свои 100 ресельметры. Чуть-чуть людей всего лишь. Ну, Снелли было хуже, нашел, так что нормально. Не так и много народу сейчас. Вот туда еще мы сможем пройти. И Маджоли местечко. Ну, вообще на изи тут пробиться на самом деле. Легко. Да, я бы не сказал, что прям жить в Диснейленде намного жестче было. Мы идем на этом шоу, здесь прям красиво, так все. И не так уж прям, чтобы не протолкнуться. Все, идем, идем дальше, надо отошли чуть-чуть. Да тут мне никакой памяти не хватит в телефоне все это снимать. Зашли в ресторан в двух шагах от фонтана Треви. Цены, блин, дешевле, чем мы на дороге в Барселоне сидели. Хотите фокус? Да. Смотрите. Да, да. Еда тут дерьмо, но вот это изобретение прикольное. Как меня от педали управляется? Ну-ка, давай, показывай. Раз, два, три. Антикоридный мир, наверное. Но проблема с едой, она везде здесь, вот в центре. Да, мы вчера девочки спрашивали, мол, ну или вообще нигде в центре Рима нигде нормально не покушать. Дорого и дерьмо. Мы подходим к пантеону, пантеон, пантеон. Храм всех богов.
Йоу. А, это все очередь или что это? Пойдем встанем в очередь. Хотя у нас есть тикеты. Погрепал. Пантеон. Тут очень большая очередь, даже две. Сейчас попробую забраться. У нас есть тикеты, мы их купили на сайте. Если вдруг у вас будут проблемы с оплатой, там есть одна мега долбоебская проблема с сайтом. Я только когда в техподдержке написал, узнал, как купить билеты. Вот так вот с карты, с разных карт оплачивал, там разных, не российских, разумеется. Вот. И не прошла оплата, написал техподдержку, они мне сказали, что сделать. В общем, если соберетесь, у вас не получится оплатить, дайте знать, я вам подскажу, что сделать. И сейчас проверим, что без билетов реально быстрее можно попасть. Точнее, наоборот, без билетов дольше будешь стоять. Да. А с билетами ты сразу идешь на вход, да и все. В общем, у нас тикеты есть. Да, вон, они вообще спокойно, сканируют и проходи. Пойдем. Вот там раз очередь огромная, здесь два очередь огромная. Мы идем сюда сразу с билетами. Попробуем показать. Пост-офис. Cash payment. Ребята, изи, вообще нету очереди у тех, кто купил билеты на сайте. А все остальные люди стоят, ну, минут, ну, не знаю, так 20-30 точно мы все сэкономили. Не знаю, можно снимать или нет, перечеркнуто все, но надеюсь, что можно. О, боже, я так рад, что мы сделали заранее, заморочились. А, вот это и есть акулус, единственное место, где отправляется это расстояние от пола до его равно диаметру купола. Храм всем богам. Давайте попробуем посмотреть всех богов. Мне еще чат-бот рассказал, что вот это... Это все сделано из бетона. Вообще римляне изобрели бетон. И это является крупнейшим то ли куполом, то ли каким-то изделием из бетона, не разрезного. То есть это сделано и... Да хрен знает, как это сделано. Я, может, потом найду цитату точно. Крупнейшее изделие либо из бетона, не разрезного. Технологию сал представляет. Понял, что все взяли, какие-то заливали, наливали. Какая-то невероятная энергия, да, все, посмотришь на эту красоту. Не знаю, какие электронные импульсы там у тебя проскакивают в мозгу. Там куда-то в мозгу. Нет слов. Последнее, что скажу, я пойду дальше наслаждаться этим всем, проникаться и пропитываться. Что это место захоронения многих, не знаю, но некоторых людей известных, среди них художник Рафаэль. Ну да, места не очень много, в этом немногих. Просто некоторых известных людей, среди них Рафаэль. Королевская могила, вон там написано Royal Tombs, королевские могилы. Очень длинная история написана про короля Виктория Эммануэля II и его правление.
красный зонтик, это значит, что все, идем на выход. Достопримечательность мы сегодня все. Древние древности. Куда идти, правда, стоять? Там же нет входа. Это просто, наверное, купить билеты в пантеон, а потом еще пойти в другую очередь стоять, чтобы попасть в пантеон, я так понял. То есть это просто комбо. Ну, либо хрест, что там такое. Да, хорошо, вот они купили билеты и идут. Все, окей. Просто, видимо, два разных. Да, это, видимо, два разных способа оплаты. Один за кэш, другой за карты. Я прям два, я так раньше по техподдержке написал. И с ним переписался. И, кстати, быстро отвечают. Мы быстренько вопрос решили. Не, надо с собой брать этот телефон, где там 400 тысяч гигабайт памяти. Все красиво. 2 метра не успел пройти, опять что-то тут надо. Интересно изучить, что это такое. Это одна такая большая достопримечательность, весь Рим, видимо. Ну, конечно, а как еще? Ну, хотя бы чуть-чуть надо, чуть-чуть. А, рефирма, да, МС-21. Сандвай. И сколько стоит здесь? Ну, просто футболку хотя бы, жена. Там футболка сколько стоит? А там же висели. Что тут у них продается, интересно. Тут выбор, честно говоря, выше, чем в Реал Мадриде. Трусы там, что-то нет. Для детей какие-то пижамки. Ладно, Реал Мадрид. Это, ну, не очень хороший выбор был. Какие-то шлепанцы. Курточки. Ну, я говорю, что в Реал Мадриде был выбор не очень. Тут есть шапки, шарфы. Пуховики. Тут, кстати, интересно. Это офигенный выбор, на самом деле. Хотя магазин маленький. Тут есть еще и второй этаж. Рома, сиди дома. Прикольный магазин. Самый великий футболист Ромы за всю историю, Франческо Тотти. Роберто Прузо. А тут билеты, нам билеты не надо. Ну, 10 булочки стоят сотку, на самом деле, ни хрена не дешево тоже. $100, евро, охренеть. Ну, это дорого, реально. У них у всех сейчас прайс какой-то отлетевший. Я 4 года назад этот хэм покупал, ну, за 50, наверное, максимум 70. 70, даже 70 не было. Точно полтос был в Лондоне. Ничего не купили, жалко, 100 евро. Там брелочков не было. Это нормальная нарезочка. Это же сегодня мы ели какая-то дерьмовая фурка. Трамвай, одноглазый трамвай. Прикольный. А вот более современный трамвай. Прикольно, конечно. Это современный, это какой-то исторический. Интересно. Ну если что, обратно. Здесь просто, видишь, площадь такая, надо разбираться. Обратно пойдем.
пойдем. Билеты реально заранее надо покупать. Мы купили, поэтому у нас просто встреча в 4 часа, и я пришлось очередь стоять. А так, конечно, жопа. Здесь, по-моему, надо досмотр пройти, если не ошибаюсь. Наконец-то дошли. А какой фильм? А, да. Я так понял, там прикол, что можно по почте отправить открытку самому себе или родственникам, друзьям из Ватикана. Такая очередь, и на самом сайте Ватикана было невозможно купить сюда билет. В принципе, там такого слота и не было, да? Купить билет, а можно было купить билет в какие-то другие, там, музеи, еще куда-то, сады. В общем, вход сюда бесплатный, и вот эти сайты, хитрожопые тикеты, которые продают машины, ну, по сути, это мошенничество, если тебе продают аудиогид, якобы вход в собор, на самом деле он бесплатный, ты слышишь? Тупо в этой же самой очереди, что и все люди. Короче, смысла брать нет. В собор приходишь спокойно, свободно, заходишь, стоя в такую очередь. Если там что-то купил, тебе это не дает права очередь обойти и войти там по отдельной какой-то очереди. Все стоят в одной общей. Плюс 35. Все, осталось немножко пройти досмотр. Осталось еще внутри. Кто еще вам расскажет? Орел и Решка, что ли, или Птушкин? Они по каким-то экзотическим местам ездят, экзотическими делами какими-то занимаются. Есть определенные правила пресечения, вот сзади там накидочки такие дают, такого плечеговые, на ноги вроде особо не обращают внимания. Ну, я имею в виду, что да, в штанах не поехал, что в длинных шортах норм тоже. Все фоткаются, выход там, входим. Смотрите, какие люди маленькие, какое-то все огромное
гигантская. В таких местах просто даже не переварить иногда вот это все. Возможности человека тоже ограничены там, для восприятия для всего. Вот. Ты впадаешь в какой-то такой ступор. Это все такое на тобой такое большое, огромное, ты такой маленький. Я думаю, что этого и добивались, воздействие такое, что религия как-то все там так давать, задумка. Что ты человек маленький, да? У тебя ничего не зависит, там слушайся кого Бога. Они лучше тебя знают, там боги, да, что надо делать. Ты главное слушайся, молись. Да, такая была задумка, не знаю, просто гигантоманию такую, чем объяснить еще. Эти арабы там строят высокие небоскребы. Достаточно безликие, здесь это в свое время строили такие вот церкви, соборы, безликие. В общем, дальше по смыслу то же самое, разные виды поп, наиболее выдающиеся звезды в истории религии, видео. Конечно, бесспорно, это настолько монументально, эпохально, мощно, огромно, гигантски, величественно и так далее. Красиво. Красиво, да? Я, наверное, не смогу все снять, потому что тут просто очень много всего, очень. В какой-то момент, да, ты реально начинаешь уже плыть от этого всего. Ну, у тебя есть какой-то предел, в общем, ты дальше после того, как ты перестаешь усваивать, какой-то предел насыщения происходит. Это, наверное, высшая возможность человека осознать это, как-то переварить за один раз. Ну, я уж молчу о том, как все это создать. Я тут спросил чат-бот, он сказал, что вот этот купол проектировал Микеланджело и где-то здесь еще находится его творение Пета или Петра, сейчас прочитаю еще раз, который он создал. Строить начали в 1500 там каком-то году, закончили в 1600 каком-то там году. Ну, блин, для тех времен, наверное, достаточно быстро за 100 лет построить вот это вот нахрен все, посмотрите. Чем они вообще занимались, кроме этого, интересно? Завоевывали другие народы и строили такие храмы. Ну, наверное, последок, я не знаю, сколько это кому интересно. Прочитал только что еще, что здесь по преданию похоронен апостол Петр, поэтому его называют собор Петра. Сейчас китайцы пройдут. Интересно, здесь по контуру везде идут такие надписи, и одна из них, вот, как сказал мне чат-бот, самая интересная. Видите, такие, кстати, да, русский алфавит тоже еще пошел. Видно, что ты есть Петр, и на этом камне я построю эту церковь, и врата она не одолеет. Я его как-то так вот перевел с латыни мне, мой этот чат-бот. Ладно.
правда, да, вот эти надписи прям по контуру, по контуру везде идут. Вот это надпись. Ты ТВ. Ты тюб, как ты Петрорус. Это супер хан. Вот это надпись, в общем, да. Все, на выход. Ну, правда, такие слова могут показаться какой-то там резкостью, но на полном серьезе почитать историю религии, как они продавали там индульгенции, так называемые, что можно было откупиться и не попасть в ад, там, купив бумажку отпущения грехов. Ну и когда там папа римский был, вставлял, давал свое добро на крестовые походы. Ну, там много еще такого веселого. Да, в общем, я укрепился во мнении, что действительно настолько масштабно это сделано, сколько денег вообще религия крутила. Не знаю, как сейчас коррупция, наверное, тоже. И задача такая, что ты должен себя почувствовать маленьким, ничтожным на фоне вот этого всего огромного, такого мощного. Ты никто. Ты главное, слушайся. Слушайся, молись, и, ну и деньги неси заодно тоже. Наверное, такая была логика, чтобы такое мощное построить, такое огромное. Добро пожаловать в духовочку обратно. Петра, этот, как называется у нас, Дворцовая площадь, вот. Все эти итальянцы все с нас переняли. Отдельно вот очередь у нас стоит на купол подняться пешочком 8 евро. На лифте 10, соответственно, на самый верх подняться, погулять по. Все, подожди секунду. Иди ты там. Господь услышал меня и подал знак. Нарядные какие, а, ребята, красивые, красавчики. Серьезно? Ну, смотрите, вот час где-то прошел, а очередь уже меньше гораздо. Ну, нормально так, меньше. Смотрели собор, теперь идем в музей. Много перекупщиков, прям невозможно метро пройти, чтобы не продавали билеты. И тут две полосы видно сзади. Одна для тех, у кого есть билетов, слева, которые безбилетники. Им дольше стоять. Сейчас народ как-то рассосался, было прям вообще одище. За угол аж заворачивал. Сейчас уже нет никого. Ага. Вот, и слева, видишь, слева полоса для тех, у кого нет билетов. А справа для тех, у кого тикеты есть. Да, видишь, две полосы. Просто этот мужик сказал на перекрестке, типа, у вас есть билеты? Я говорю, да. Он говорит, вам тогда на правую полосу. Где, не знаю, дошли до самого конца, и где здесь? Это корёт. Короче, непонятно, может, и не факт, что справа тебе у кого есть билет, может, просто проход, хрен знает. А, вот, конечно, вот, наверное, отдельная линия. Только это не совсем связано с этой полосой, это просто, чтобы люди могли ходить. В общем, мужик вел заблуждение меня, я вас. Машина весов. Вот надо влезть в кадр, да, кому-то вот. А вот надо снять ее. Дойти. Тебя сфоткать с этой машины? Давай. Такая пердулечка. Встань рядом. Все, идем в музей теперь дальше. Сикстинская купола. Мы взяли тур, потому что билетов не было в свободной продаже. И берешь тур, не знаю, будет ли у нас там мало или гид, или нет. У нас, в общем, составил вот этот гранд тур. 7 человек на вход. Ну, прикольно, что можно было вообще поймать эти билеты. Сегодня пятница, музей работает до 10 вечера. Сейчас увидим, что как будет. Вот, у нас тут организованная такая группа идет. В очереди даже сейчас вроде как есть. Ну, по идее, наверное, даже сейчас бы не было бы очереди. Вот нас тут сканировали, и мы без очереди идем. То есть он от этого буквы-то оттворился. Ну, в любом случае, плюсы есть. Ну и вон мы тут на изи идем. Да, отдельная музейная линия этот. Фастпас, короче. Короче, лайфхак такой же, приезжайте в 5 часов сюда, в пятницу, и все, и не говорите. No photo.
короче, долетели до механики, выбирать телефон, зафотографировать. Это как будто секрет, мать твою. Короче, сексистку Капеллу нельзя, ничего с ним нельзя, где-то может, где-то нельзя, сейчас будем разбираться. Все, у нас чувак проводил этот гид. Ну, проводил в плане, дал билетик, все, летимся дальше сами. Ну, я и не хотел, честно говоря, экскурсию слушать. Так что, ну, если нет другого варианта, то, да, сейчас турбировку будет прикольно, чтобы попасть вообще, в принципе, сюда. Короче, прикол такой, на второй этаж поднимитесь, тут стоит несколько касс, вообще ноль человек. Спокойно берешь, покупаешь билет, и все. Внизу большая очередь, здесь на втором этаже никого. Так что, ребята, купили. Ну, вот, байтикес тут вообще полтора человека. Путь моря. Ага. Вот, здесь поднимаемся по спирали, так вот вверх-вниз, вверх, выше, в смысле. Иоанн Паус, второй понтифик Максимус. Поднялись на самый верх, но реально не надо полениться и пройтись уж пешочком, посмотреть на все это, на эти фигурки, лодки. Ну, вот текст внизу про символичность. Там уже выход, там музей. Короче, тут пока еще разбираемся. Тут налево музей, направо музей. Тут везде как-то вот это все по корпусам разбито. Надо сейчас въехать, куда нам идти вообще. Ну, это прям точно собор, вот мы там у него были только что. Давай дойдем до угла, там посмотрим. А, вот это сады Ватикана. Да, там отдельная экскурсия по садам, точно. Да, сады Ватикана. Но объективно просто все невозможно посмотреть за один раз. Поэтому мы туда не брали билеты. На собор все как кайфовый. Сады, правда, я думаю, что можно отсюда все увидеть. Нет смысла идти. Это самый-самый офигенный ракурс. Чуть-чуть дерево будет заслонять, ну и ладно. Сады, смотри, что вот там можно увидеть, что не видно отсюда, в этих садах. Честно говоря, конечно, как мы ходим, наверное, не очень правильно, потому что это же все по-быстрому, такой фастфуд туристический. Но, с другой стороны, конечно, сильно устаешь на одном объекте находиться очень долго. Но здесь столько деталей, столько всего, что, конечно, надо приезжать и не один раз, возможно, не два, а больше, 3-4. И прям читать про место, про подробности, все это очень медленно отсматривать, смаковать. Не так все быстро-быстро, как мы. Хочется побольше успеть, конечно. Это тут правда не разобрать, куда нам идти, плюс один, плюс два. Там на карте везде музеи, да? Там один, там второй. Ну, будем ходить сейчас по всем галереям. Это, наверное, наша немножко вина, что мы не подготовлены пришли. Здесь, скорее всего, как-то по периодам разбито. Ну и полагаю, да, что они не добровольно тут появились, эти все экспонаты. Это все в результате завоеваний. Здесь, видимо, там, древний период. Григорианский Египет, я так полагаю, это считается Египет. Фрагмент надгробия. 26-я династия написано. 664 год до нашей эры. А это фальш-дверь. Как будто тюрьмумия, знаешь, это снова живое. Мне хочется как в фильме потрогать, знаешь. Этот журавлик, птичка, и все вместе это значит, как они там читают этот язык. Дети сады год до нашей эры. А это 1196.
написано. Идем дальше. Мемфис. 2000 какой год? 600 год до нашей эры. Он, наверное, чуть ускорится еще, с ним своим посмотреть все. Что это такое, смотри? Что за шар? Бегом, 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 идем дальше. Да. Действительно, наверное, 640 год до нашей эры, это 2500 и 2000 лет разница. Чем там 2000 лет делали, интересно, между этими двумя датами. Ну, кажется, да, это так давно было. Невозможно, когда человек живет в среднем, там, не знаю, 50-70 лет, представить, что такое 2000 лет назад. Наверное, сложно. Пойдем вниз, больше в подозал. А это к какому периоду относится? Это же явно не Египет. Это, наверное, Рим. Монти. Нет, это абсолютно нереально посмотреть за один и даже за два, наверное, и за три раза. Вот это интересно, не медицинский случайно какой-то джезл, какие-то две змеи такие, да? Похоже? Скулхенди. Интересно, а дали кафе Ватикана, девушка говорила, ни в коем случае не идите кушать. Или нет? Ладно. 4 метра диаметр. 1990 год. Подарок от артиста. В чью-то честь. Вообще. Sure.
конец у окна, что я так издалека поснимаю. Мы входим в следующий музей. Это все красиво. Так вот, музей. Клементино. Тут пришел гид, и он говорит, что это пантеон. Видно? Реально здесь как пантеон. Не люблю никаких гидов. И в это время, наверное, но в том время это не заметил. Правда, да, как пантеон? Вчера мы были... Так, наконец, музей Клементино. Пригодился, кто рассказал бы, что это вообще такое. Не напоминает там за Версачи. Ладно. Дворик. Написано, что дальше Сикстинская капелла, но также там еще где-то было объявление, что нельзя делать фото и видео. Так что не знаю, получится, не получится. Как-то я не молюсь, что-то я не молюсь. Любил животных. Надо так вот попробовать. Ну, либо вариант, что вот так вот. Сова ротонда. Либо бандажи, либо тейпироваться жестко, либо сначала вылечить спину, потом приехать, да, не знаю. Интересно, у них фишки были такие, крыши строить. Это... Короче, мужчина написано на свертке, как это называется, философия. Вот это здесь за сумма теология, да?
комментарий Instagram скрипт в священных писаниях. Это снизу, видимо, какие-то неправильные люди, раз их там покарал, видимо. Сумма контрацент. Последнее слово не очень понятно. Тут реально можно откинуться от этой красоты. Следующий зал. Ну а как тут, видишь, они не влезают в кадр. А на 0.5 ставишь, и сразу такое зерно, шум. И непонятно. Плюс пропорция рыбий глаз какой-то. Мне кажется, что это эпизод из Спарты, когда убивали детей по каким-то критериям. Наверное, я ошибся, сейчас прочитаю. Там, смотри, еще эти, как называется, барельефы. Это не просто нарисовано, это все объемное. Ты посмотри, сколько это, 150 метров, сколько здесь? Может, даже и больше, кстати. Там какие-то развалины, да, из тучи. Лигурия. Скоргал куда-то, по-моему, лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. Вроде так звучит. Италия нова, Италия антиква. Древняя Италия, видимо. Это новая Италия. Не надо знать, сколько тут отличий, надо будет сравнить. Анкона – это город такой весь, как даже портовый. Ребята, наверное, заканчивается, да? Потому что нам просто физически все не снять. Тяжело уже, просто все посмотреть. И как вот такую картину огромную сделать, снимешь? Картины невероятные. Ой, пойду. Ahora seguimos hasta la sala de la Inmaculada, la sala que ha sido dedicada al dogma de la Inmaculada Concepción, declarado por Пойдем вперед, это другое, чтобы нас не затоптали. Por favor. Симпатичненько. Ни одно бенте. Константинный зал. Сала де Константина. Аккуратнее, чтобы не скользкие можно ли походу улететь. Идем дальше. Идем дальше.
мы двигаемся дальше, но я даже не снимаю. А, это давай посмотрим, кто это вообще. Кто это нарисовал? Такие картины. А, такие иконы подобные. Казалось, вон, дальше пойдем. Вот Шагал, да, да, я ж вижу стиль. Религиозная тема получается. Ну, логично. Честно говоря, магия имени так действует, конечно, но может кто-то объяснит, почему это супер выдающаяся картина. Не художник, а именно картина. Видео снимать, прям гоняет. Мы так аккуратненько чуть-чуть. Здесь уже можно фотографировать, там спокойно. О, эти гербы крутые. Это он, наверное, звонит, когда папу нового выбирают. И он такой один, да он... Кристальная... Золото покрытая... Написано лазурная жемчужина... Инкрустированная... Короче, не знаю, что это такое. Красивая штукенция. Это не очень красиво. Вот даже интересно, как раньше рисовали мир. Давай посмотрим. Вот это медведи. Это там Россия. Африка. Львы. То есть интересно, как у них было нарисовано. Жалко, покрутить нельзя. Америка Трио. О, у них как интересно, это что такое? Ага. Молодец сделал. Ребят, пожалуй, все, наверное. Учита. Вот это еще один ларек. Даже футбольный клуб есть. Франциско. Да, вернись, видишь? Я вот вижу. Да, да, да. По пути на выход тут еще какие-то есть этнические, африканские, заиндонезийские, какие угодно, без понятия произведения. Более азиатские, не знаю, термины. Thank you.
5 подряд М15. Доехали на автобусе, там уже карта оплатить вообще без проблем. И народу было мало. Мы нашли место в топ-1, называется Лафата. Тут какой-то лимонный лимонадик. Очень аутентично. И... ну вот фанта, я вам пить угощала. В топ-ресторан-бар. И тут очень уютно и тихо, нет суеты и шума. Сейчас попробуем блюда какие здесь. Нет, тунец какой-то. У тебя, Ксюша, покажи, что это. Щечки. Я вырисовал пасту из кролика. Да. Выглядит вкусно. Виски, сало. Сейчас заценим, как делать здесь коктейльчики. Ну, я хочу сказать, не дурно, кстати. Но... а ты вчера какой брал? Я брал негрони. Там. А. Ну, неплохо, неплохо. Ну, все-таки вот здесь зарабатывать за 500 рублей. Мне реально нравится больше и по качеству, и по цене. Не знаю, в Москве, в Питере уже давно перегнали всех этих, все эти рестораны, этот средний уровень. Народ поднабился, да, так? Да, окей. Thank you, grazie. Очень уютный такой милый ресторан. Grazie. See you tomorrow. Grazie, see you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye, ciao. Вот это уж точно настоящая веспа. Забыл начать говорить. Идем к Колизею, день номер 3. Тут оказывается магазин веспа. Ну, не конкретно прям веспа, просто какой-то рент-н-байка, эти скутеры, мопеды. Тоже достопримечательность. Подходим. Вход где-то внизу, сейчас надо найти только. Тут очень плотная большая конкуренция тоже за красивый ракурс. Колоссел. За миллион фоток будет из этих ракурсов. Нам тут очень любезно подсказали, что у кого есть тикеты, второй гейт налево. Не знаю, слышно что-нибудь или нет, говорю, второй гейт налево у кого есть. Тикеты. Да, вон, идеальный ход дальше. Да уж. Очередь есть, но не очень большая. Блин, ни хрена не понятно, как здесь организовано. Какие-то разные очереди. А, ну вот, просмотр дальше. Очень много людей лезет без билетов, там, блядь, надежда, что их там пустят. Короче... наша очередь справа. Слева группа, справа индивидуальная. Тише, а нам надо получить какие-то здесь эти? Наверное, да. Это же, ну, уже верится, конечно. Да, потрясающе. Внутри Колизея. Читали все историю, изучали. Я там тоже изучал, читал много всякие мифы, и не только. Историю Древней Греции, Древнего Рима, и вот это все ты сейчас сам смотришь. Давай туда попробуем. Входите направо, смысла много идти нет, надо сразу сюда идти. Потому что там продолжается на уровне 2 визит, посещение. А тут почти ничего не видно.
Ну, допустим, в этой клетке мог спокойно какой-нибудь лев там быть. И они сражались с животными, с разными дикими. Ну, какое-то настроение было у императора. Вот, у нас как раз full experience ticket holders. Смотри, у нас full experience, поэтому мы можем идти сюда налево, не со всеми, а эксклюзивно, короче. Ого, так. Смотрите, при входе дают такие тикеты зеленые, наклеечки. Видите, люди идут с ними. Это значит, что full experience, ты можешь полный опыт получить по посещению. Полный доступ, короче, максимальный. Даже билеты не проверялось. Видишь, что стикер есть, все. Даже очки сниму. Хочется глазами посмотреть. So there are different chains. This one is better. Как я рад, что мы купили full experience, потому что это просто посмотри. Просто посмотри. Остальные только на второй этаж поднимаются. До свидания. Ты прямо в самом сердце арены. Ты представляешь, здесь сражения были. Ты в самом сердце вот этой арены, в центре. Где-то здесь все это происходило, прям здесь. Сейчас оттуда вошли, но там прям ничего делать совсем. Сейчас на улице 38, но оно того реально стоит. Кстати, здесь это были бои гладиаторов в Астане Спартака. Они дрались не только между собой за свободу, но и с дикими зверьми, с львами, в том числе. И сюда попасть вот в самое сердце Колизея, это, конечно, невероятное что-то. Только представьте, здесь день сидел император, показывал там палец вверх там или палец вниз. Здесь умирали люди после боев. Кто-то получил свободу. Поднимаемся на второй левел. Можно на лифте, конечно, но смысл. Видите, такие решетки, да? Древний амфитеатр. Ну, они, наверное, современные уже или какие они? Период-то точно, а вот решетки интересные. Ого. Ага, тут можно с нескольких сторон походить. Давай что это было.
есть это и правда ложа была, когда они были очень маленькие в размерах, потому что это особо не разместится. Ого. Что-то видно. Вот, видимо, отсюда выходили бойцы. Постараюсь, да, не уронить. Это, видимо... Смотри, там же было написано в описании, что какие-то подземные там коммуникации, водоснабжение было. То есть здесь, скорее всего, просто все было пол такой, тут дрались, да? Ну, я предполагаю. А просто потом впоследствии разобрали. Часть. Ну, обвалилась, укрепили, 2000 лет прошло. Что угодно могло произойти. А, землетрясение что-то еще было, точно. Вот. Не, тут просто еще написано эти 1, 2, 3 пронумерованные колонны, наверное. Как интересно, они билетики продавали. Тут даже не было агрегаторов. Мы в ту сторону пошли сначала, там тупик, и вниз на выход. А, наверное, снизу, кстати, там тоже можно прогуляться. А здесь длинный маршрут. Мы вернулись сюда, опять, вот сюда. Это значит, это длинный путь. Скорее всего, там тоже будет, конечно, такие спуск. Вот, мы сюда уткнулись, и все. Дальше не пройти. Если что, идите длинным путем. По указателям. Мне кажется, вот эта вот обзорная точка наиболее удачная и с той стороны еще, чтобы стены не заслоняли. Мы сейчас в Колизее, если что. Просто вид. А. Вообще прям маленькая, но я не знаю, продают ли прям день-день билеты. Что, можешь зайти в магазин, так как тетя завтра дальше не пускает, ты можешь зайти здесь, выйти, спокойно дальше кружочек дать. Вот такой лайфхак, короче. Мы-то здесь, наверное, думали спускаться дальше, а через магазин можно пройти насквозь и выйти. Да? Что вы хотели? Ну да, строили 2000 лет назад, надо очень полностью подходящую одевать. Ни каблучки там никакие, ни шпильку, кроссовки. И такой жесткий наклон, да, идет? И ступеньки маленькие. Ну, видимо, поставят люди древности, они были меньше, чем мы. Вот они, по размерам. Как я, на выход мы по-любому попадаем все равно вот сюда, на эту площадку. Можно только смотреть. Touching can damage. Touching. Короче, трогание может разрушить такой перевод. Только смотреть написано. Базилика Коломна. Тут разные. А, здесь тоже есть выход. Давай подойдем поближе. А, перевал очень горячий. Я прям обжегся.
О, на выходе такие зеленые листочки с флокса все наклеили. Ну, не только зеленые, разные. Тут решетка, да, и развалины, но как бы тут зато никого нету. Если ракурс подобрать, удачно. Ребята, уже не первый раз какие-то напитки там рисуют в чеке. Приходится, кстати, выяснять отношения. Смотрите внимательно, обязательно. Не один такой случайный случай. Наебывают только в путь. Надо прям очень внимательно следить. Кафе-ресторан, чтобы тебя лишнее там не нарисовали. Заход номер два, надо только теперь форму. Цены, конечно, капитальные вообще. В виде мусора. Свиньи какие-то. Везде просто. Когда можно разложиться, вот говнище, а вот красотища. О, это самое лучшее здесь, самое прекрасное. Хотя нет, два есть тут. Кайф. Да ебал охранник, говорит, удали видео. Тут же пиздец секреты, как там рапискан какой стоит фирмы. Короче, долбой бизнес, честно говоря. Кто-нибудь историю нам расскажет? Вы читали, что это вообще такое? Куда мы пришли? Вот что такое, это центр Рима, древнего Рима. Раньше он выглядел примерно так, а сейчас выглядит вот так. И мы сейчас это пойдем посмотрим. Вот эта арка. Держите открыточку. Все основные здания, религиозные, политические, там разные. Сейчас ребенка успокоит, я продолжу разговаривать. Это самый центр древнего Рима. Форум Романа. Церковь. Кстати, интересно, какая тогда была религия 2000 лет назад-то. Храм Ромулоса. Ромулоса. Максинтиус, так сказать, основал, да, в каком году? 38, вообще башка едет, реально. Кстати, всего бизнеса вижу, иногда некоторые фирмы гордятся, мы работаем 200 лет. Или там нам 2000 лет. Короче, такой некий панч каламбур, что если вам 2000 лет, не значит, что вы еще работоспособны.
храм Антония Фаустина. Да, ребят, я понимаю, что камера присутствует, чтобы... О, что поделать. А, так вон там площадь-то. Мы тут ходим, ходим. Чуть-чуть. Поправочка, вот точность такая, что вот. Это был палатинский холм. Все, да. А форум-то вот там. Вот там. Там центральная площадь была. Ничего не видно. Судя по надписи, это был Сенат. Форум Public City. Надо будет перевести, но что-то мне подсказывает, что здесь склеп Цезаря, могила. Почему надо именно залезть вот на это все, не понимаю. Видимо, да, это могила Юлия Цезаря. Я прочитал, это алтарь Цезаря. На этом месте племянник построил склеп, алтарь Цезаря. На том месте, где было сожжено тело убитого Цезаря. 60 вроде как нашей эры уже. Если от этой арки пойти направо, как мы пошли, то мы попали в форум. И сейчас ищем, соответственно, вход на холм, чтобы все сверху посмотреть. Вот, мы повернули направо и пошли туда вниз и посмотрели. Но там налево должен быть... люди просто золотые на самом деле стоят. Короче, вот, налево сейчас попробуем найти вход на самую верхнюю часть. Там чувак как с трём языком, такие усы смешные. Указатель. Хочется сверху это все посмотреть. Цель налево. Смотри, красиво. Красивые фонтанчики такие, милые. Это без разницы. Мы поднялись по лесенке, попали в сады Бонис Раус. Чакомо Бони дворец.
Ребят, ходить реально придется долго. И ходить придется много, скажу честно. Врать не буду. Некоторые даже вот обувь стаптывают до подошвы. Это очень хардкор такой, серьезный. Берите с собой допинг, все запрещенные ВАДы, препараты, они вам тут пригодятся. Кардиопротекторы для суставов, тейпы, стимуляторы, все берите. Я думаю, финальная точка вообще путешествия времени, не только здесь, но и в целом времени. Это вот терраса Бельведер дель Палатино. Палатино, си. Панорамный вид такой. Местечко освободилось. Вот здесь самый лучший ракурс. Вот здесь. Вот там вход, вот сюда отходите, здесь самый лучший ракурс получается. Да, такая вот красота, вот удивительно, и вот везде срач, грязь. Под ноги, конечно же, надо смотреть, но лучше не смотреть. Реве национале. Да, отель маленький, но написано 4 звезды. Блин. Повезло, что есть место, у него 4-5 рейтинг. Сейчас посмотрим, что за рафтоп там, картинки очень красивые. Обожаю эти блуждания в поисках, где бы покушать. Да? Не выехал, тут тошнёт, там у дороги. Но они у дороги, реально, не могли. Выходим. Налево. Вообще классно. Hello. Where we can sit for free. Офигенное место. Ну, давай я сяду здесь, а у вас будет видеть очень красивый наруф. О, обалдеть. Здесь еще курительная зона такая красивая. Честно говоря, по идее, по ценам, наверное, как у дороги посидеть. Коктейли, так точно. Блин, да что же красиво и мощно, и энергично, и вот совершенно видео не передает. Такой не очень большой барчик. Ну, это именно бар, а не ресторан. Маленький. Ну, зато много места. Самое такое топовое время. Покушать тоже есть что. Вид. Один вид, только ради одного вида стоит прийти, на самом деле. Такая скрытая жемчужина. Да, при если покушать тем временем. Салатик взяли, там, из них нарезку. Реально пицца делала, но это римская, да, они так вот это делают, то есть они не круглую делают, а разрезают вот так вот, типа пирог. Короткий отзыв на еду, да, вкусно.
Это вкусные напитки, вкусные. Не, правда, пицца вообще офигенная была. И вот эта нарезка колбасная тоже. Сумная. Манго с кокосом, да? Да, манго с кокосом. Это мусор или что это? That's what? You're Стемнело. Ну и Марата Саура, я просто был обязан попробовать его в Италии. Какой-то ночной бар. Побольчик. Пойдем, ай, сори, сори. Да у меня парктоника нету. Пойдем на... Футбольщик. 1-0 Интер выигрывает. Интер 1-0 выигрывает. Кусочек с вокзала. Да, туда, прямо, прямо. Кусочек с вокзала, тут прям жесткий ад творится, и он огромный. Поэтому прям сильно заранее лучше приехать. Чтобы разобраться, где ваша платформа, нам все какой-то глубине дали. Два, все правильно. Вот, нам дали платформу 2S. А это не просто 2, это 2S, это в самой где-то глубине находится. Короче, еще идти до нее не идти. Блин, этот вокзал уже закончился, мы все идем. Какую-то очень далекую жопу засунули на наш поезд. Вон он там стоит, родимый. Ну, тут нормально, тут 300 метров было написано идти. Уже по самому вокзалу, ну, в общем, нормально, мы отходили. Вот он 300 километров и почти 5 часов. Такая электричка, ну, другой не было, зато прямая, без пересадок. Но идти очень далеко. Поэтому заранее лучше приезжать. Блин, за электричку 5000 человек я еще ни разу не платил, это сильно. Реально, электричка с туалетом. Не, не упадет. Первый класс, а такие места. Второй класс, места похуже. Ну, взяли такие 5 часов ехать на электричке, наверное.